Мы с вами уже поговорили в прошлом ролике о том, как Эртосфен Киренский измерил диаметр Земли. А теперь мы переходим к следующему великому достижению древнегреческих астрономов, которые сумели измерить расстояние от Земли до Луны. Ну, по Земле мы с вами ходим, она вот здесь под ногами, а Луна находится в небе, и до нее не дотянешься ни рукой, ни мерным шестом. Однако, чтобы измерить расстояние до нее, нужно сравнить это расстояние с диаметром Земли или с какой-то меркой, отложенной на Земле. А как же они это сделали? Оказывается, что древние греки придумали даже не один, а целых три способа измерения расстояния от Земли до Луны. И первый из этих способов изобрел Аристарх Самоский, ну, известный прежде всего тем, что он предложил гелиоцентрическую систему, то есть такую систему мира, в которой в центре находится Солнце, а не Земля, за много столетий до Коперника. А метод Аристарха основан на наблюдении за лунными затмениями, как Луна попадает в земную тень. И мы с вами пройдем по пути Аристарха и рассчитаем расстояние от Земли до Луны, на основе этого метода. Давайте возьмем фотографию лунного затмения в неполной фазе и наложим на нее такую окружность, чтобы она хорошо подгоняла границу земной тени. Теперь обведем окружность полной Луны и сравним размеры этих окружностей. У нас получилось, что диаметр земной тени в два с половиной раза больше диаметра Луны. Эта часть измерений была самой сложной, Потому что мы с вами могли сравнивать размеры Луны и земной тени на фотографии, а у древних астрономов такой возможности не было. И они должны были производить свои сравнения непосредственно на небе, наблюдая за затмением, да еще и невооруженным глазом. Понятно, что великой точности таким способом добиться невозможно. Но, впрочем, у них был еще один способ нахождения размера земной тени по отношению к размеру Луны. И давайте мы на этот способ тоже посмотрим. Пусть эта черная окружность будет границей земной тени, а этот желтый круг изображает Луну. И пусть нам так повезло, что Луна в своем движении по небу в этот раз проходит через центр земной тени или где-то близко к нему. А еще я обозначу на лунном диске точку, которая первой попадает в земную тень. Теперь давайте поймем, через какие фазы проходит затмение. Первая фаза. Луна входит в земную тень. И когда передовая точка достигнет этой отметки, неполная фаза переходит в полную. Потом Луна проходит через земную тень. Это вторая фаза. Сейчас затмение является полным. А потом она выходит из земной тени. Это третья фаза затмения. Ясно, что первая и третья фазы длятся одинаково. Обозначу это время через Т1. А время полной фазы я обозначу через Т2. И оказывается, что Т2 примерно в полтора раза больше, чем Т1. А отсюда следует, что диаметр земной тени в два с половиной раза больше диаметра лунного диска, как и при нашей первой оценке. Следующий шаг нашего рассуждения учитывает тот факт, что размеры земной тени в том месте, где находится Луна во время затмения, несколько меньше размеров самой Земли. А это связано с тем, что размеры Земли, в свою очередь, много меньше размеров Солнца. Давайте посмотрим, к чему это приводит. Я изобразил здесь Землю, а Солнце находится где-то очень далеко и оно очень большое по сравнению с Землей, поэтому земная тень имеет форму конуса. И вот из этой области Солнце не видно совсем. Где-то внутри этой области во время затмения находится Луна, и поперечник земной тени в этом месте в два с половиной раза больше диаметра Луны. Спрашивается, а насколько земная тень к этому месту уже сузилась? Здесь нам поможет такой очень удобный для нас факт что при полном солнечном затмении Луна в точности закрывает собой Солнце. И лунная тень на поверхности Земли как раз схлопывается в точку. И это означает, что если здесь лунная тень уменьшилась на поперечник Луны, то и здесь земная тень уменьшилась на том же расстоянии на поперечник Луны. А потому диаметр Земли в три с половиной раза больше диаметра Луны. Итак, если мы знаем диаметр Земли, а Ретосфен его измерил, и вот ссылка на предыдущий ролик, то тем самым мы знаем и диаметр Луны. Он в три с половиной раза меньше диаметра Земли. Осталось найти расстояние от Земли до Луны. А для этого мы измерим угловые размеры Луны на небе. А они измеряются вот таким нехитрым инструментом. Это длинная рейка, на конце которой установлен диоптер. Планка с отверстием диаметром 1 мм. Он выполняет роль прицела и формирует вершину зрительного конуса. Это важно, потому что зрачок глаза в темноте сильно расширяется. По рейке перемещается цилиндр диаметром 14 мм, который будет затмевать Луну. Само наблюдение проводится, конечно же, ночью, а выполняется оно так – Рейка наводится на Луну, и дальше цилиндр подтягивается за ниточку к глазу, пока он полностью не закроет собой лунный диск. В нашем опыте это произошло, когда расстояние от глаза до цилиндра составляло 160 сантиметров. Проведем расчет через пропорцию. Расстояние от Земли до Луны так относится к диаметру Луны, как расстояние от глаза до цилиндра относится к диаметру цилиндра. 1600 мм поделить на 14 мм будет 114. Получаем, что расстояние до Луны по нашим данным в 114 раз больше диаметра Луны. Если измерять в земных диаметрах, надо 114 поделить на 3,5. Получаем, что это расстояние равно 33 диаметрам Земли. А современные точные данные говорят, что среднее расстояние от Земли до Луны составляет 30 земных диаметров. Так что мы в своих измерениях совсем немного ошиблись. И, кстати сказать, в наших предыдущих рассуждениях мы считали, что размеры Земли много меньше размеров Солнца. Но откуда древние греки это узнали? На основе каких доступных наблюдений они могли прийти к этому выводу? Ваши соображения на этот счет – Пишите в комментариях к этому ролику на YouTube.